Площадку вымостили новой плиткой, сделав архитектурную группу. Юрий Поляков оценил качество выполненных работ и дал ряд поручений. Места оставили, очевидно, под елки надо хорошие. Только не такие, а сразу такую приличную. Да. Понятно. Вот видите букву? Я думаю, надо дать поручение. Хорошая стела, она уже такая исторически сложившаяся у нас. Угу. Надо будет ее освежить, обновить ее. И давайте продлим вот эту народную тропу нашу, которая идет к остановке. Потому что люди все равно идут по тротуару, и они прямо идут на остановку. Вот, а видите, вытоптано? Да, да, я слышу. Метровую там или такую же до столба вот ее сделать, а дорожку, все. Угу. И очень прошу, уделите внимание в плане безопасности по ограждению. Следующая остановка на Пионерском проспекте. Главная магистраль курорта, по мнению Юрия Полякова, должна быть в идеальном состоянии. То же касается и благоустройства вокруг. Особое внимание к проходам к морю. Когда появятся арки, у нас будет другое мышление благоустройства этих территорий. То есть займемся плотно проходами. Проходы – это те места, где ходят люди. Сегодня проводятся рабочие встречи с руководителями здравниц. Намечены планы благоустройства и строительства новых арок на проходах к морю. Также глава Анапы обратил внимание на ночное освещение Пионерского проспекта. Юрий Поляков дал поручение: будем усиливать здесь декоративную подсветку. У людей, которые к нам приезжают, должно быть ощущение праздника.